всяких, но вообще в этой жизни, у которого нету знака. То есть он может совершать как положительные, так и отрицательные поступки. У него как бы норма морали не распространяется, он не подчиняется никаким законам. Можно привести пример Локи, это из скандинавов, или Прометея. Ну, очень много таких героев, которые как бы подлости совершают, но героями при этом считаются. Солнца других древнее, пусть ацтеки доиграют в футбол. Сегодня есть те, кто слабее, но это лучше, чем ничего. Господи, я дня второго не вынесу, терпение тоньше бумаги рисовой, выбери сына друг. Добавляю вино в чашу кислица, но в данном случае это бессмысленно. Я проверяю уже лет 300, сердце забьется снова. Метафора, ты эффективнее 300, украшу в шутку.